Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Здорово. Охуенно говорить, когда никого нет. Я помашу тебе, привет. Привет, друг. И тебе помашу. Саш, привет. А вот тебе не помашу, потому что мне не высветилась такой функции помахать. Так, тут тоже помашу. Всем махать буду сегодня. Витяй, здорово, тоже помашу. Спасибо. Блять, все, я устал махать, махать больше не буду. ЮКБ! Да, вы знаете, как меня разжалобить. Вот, я, короче, не знаю времени, типа полвторого. Надо спать ложиться, короче. Я зачем-то завожу трансляцию, но какая нахуй разница, да, ребят, когда мы все с вами одной дружной семьей собрались сегодня здесь. Так, подожди, стоп, как считаешь, ты хорошо себя, чё, показал на последнем батле или слава? Блять, я себя охуенно всегда показываю. Бро, когда твой батл появится в сети? Бро, слушай, я не знаю, ну... Смотри, где-то в 20-х числах, наверное, будет. Мне так кажется. С капитаном Фламинго батл в ближайшее время. Дела просто заебись. Как ты видишь, я, блядь, веду трансляцию в полвторого ночи. Не ебу жену, не укладываю спать детей. Все охуенно. Здравствуйте. Здравствуй. Братан, я тебе скину 4 косаря за твой этот панч. По-любому он будет очень крутой. Давай ты только номер карты сюда напиши, я скину сразу. Чувак, я тебя на Нойзе не видел в ночь музыки. Извини, пожалуйста. Хорошо, сейчас прекращу трансляцию, буду готовиться, окей? Я сейчас... у себя дома. Изображение отстает. Чувак, я не знаю, что тебе посоветовать. Наверное, ничего не буду советовать. Лучше помашу. Привет, привет. Ты сейчас не в Питере? Нет, я сейчас не в Питере. Hello, Браги, слово якобы. Hello. Катравасер тебя победил? Катравасер, чемпион ЕКБ? У вас же такая... Да, Катра, чемпион сейчас ЕКБ, действующий на данный момент. Не поступало предложение фитануть с Шумом? От кого? От Шума? Каждый день поступает. И ему от меня каждый день поступает. Но у нас не получается, потому что у Шума важный период в жизни. А, ну ладно, чувак, не запомнил. Я просто не вижу у тебя на аватарке какой-то фиолетовый черт нарисован. Извини, но там просто мне видится черт фиолетовый. Дима, привет, только хотел спать, но тут твой эфир, придется посмотреть. Да, конечно, это очень важный эфир. Здорово, бро, так что, ты гениальный панч схему купишь? Да, куплю. Летай, купил панч? Окей. Тогда я куплю чей-нибудь другой панч. Хорошо? Я думаю, так будет справедливо. Флиппы Реймина или флиппы Палмдропова? Блин. Наверное, флиппы Рикеев.
Трансляция сколько будет идти? Ну смотри, сейчас времени 1 час 40 минут по екатеринбургскому времени. Я думаю, еще минуты две. Привет. Привет всем, да. В шепц шума, он меня в ЧС кинул, забей на него. Бля, чувак, если тебя шум в ЧС кинул, я тоже тебя в ЧС кину. Я делаю как шум. Салам, братка, написано это. Чё, блядь? А, салам, братка, написано. Это обезьяна. Чувак, я нихуя не понял сначала. Хватит срать, где попало. Хорошо, не буду. Горилла. Ну, я понял, да. Так, выкупил, улетая за... Чуваки, хватит уже панчлайны перекупать. Это затея такая себе. Да чё вы со своими батлами? Я, пожалуй, спрошу, Дима, как дела с твоей кошкой? Да так себе. Ну, типа, нормально, но... Ну, короче, так себе пока что. В будущем будет пизже. Какие батлы прошли? Все батлы проходят всегда идеально, как по маслу. Батл уже состоялся, да. Я победил Оксимирона. Помахаю Данчику. Браги уже состоялся? Как человек имеешь в виду? Как человек, конечно. У кошки со мной офигительно дела, она меня любит, я ее люблю, мы с ней просто потрясающая пара. Ладно, надеюсь, что все... Да, спасибо большое. Панчи про мамок, хорошо, буду панчить про мамок. Нравятся подмышки Сюзанны? Я, короче, типа, мне Сюзанна нравилась давно, но потом я где-то увидел такой слушок, что она реально подмыхи не бреет. И с тех пор... У меня к ней какое-то отторжение. Я не знаю, правда это или нет, но если она правда не бреет, то пошла она нахуй. Вот и все. Когда микстейп? Микстейп на следующей неделе выходит у меня. На Фейсбуке. Я не могу никому помахать. Я помахать тебе не могу, потому что у меня ладошка не высветилась. А, как не как человека, как батл, я не знаю. Братан, я не знаю. Как батл, наверное, пиздата. Она бред, но не себе. Ну, тогда в натуре пошла нахуй. Я твой рот тоже ебал тогда. Когда Дис на Маккофе. Маккофе, кофе, мак. Вкусно так и просто так. Радость жизни, праздник кофе. Вот гармония МакКофе. Вот вам и весь дис. Как мне найти твое музло? Слушай, ну введи в Яндекс поиске Браги музло, и ты там все мои треки. Зайди к ней на страницу, там вообще пиздец. Я не хочу, реально, она мне нравилась. Ну типа, блядь, это разочарование, как... Когда ты там тебе как нравится какая-то тёлка. Ну вот ты смотри, без чувств по-любому смотрел, когда там типа этот ниггер заходит в туалет, а там типа тёлки срут и пиздец, и там пердёшь вот этот весь этот негатив, и очень стрёмно, и ты разочаровываешься в женщинах. Я уже узнал, услышал, поэтому нет, больше не хочу ещё сильнее как-то углубляться. Кто он, как... Смоки Мо разрешает вейпить. Это не вейп, друг. Это табак. Окей, да? Инсайт инфа. Оксимирон ебет собак. Круто. Привет из Великого Новгорода. Привет Великому Новгороду. Победители во втором этапе. ПМ. Бови, Парагрин, Браги, Майлз, Палмдропов. Какая у тебя информация спорная. Как не дизгнойного, ну... Он пиздато застил, ну, по моему мнению, хорошо зачитал. Сказал ли он там что-то важное, но он только по ПМу проехался, по-моему, насколько я помню вообще. Ну и вообще, в принципе, по Фрешбладу, но там все так было, это, слишком размыто, что я нихуя не понял. Но застилил прикольно, я несколько раз смотрел.
Аскумат, если это правильные спойлеры, то ты уебан. Аскумат это кто? Это который заспойлерил? Или ты меня называешь Аскуматом? Тогда это, бля, обидно. Да хуй с ним, даже не буду искать. Так. А вот. А да, ты его так, это его так зовут. Все, чувак. Я сообразил. У батлов есть жизнь, конечно, есть. Как думаешь, сможешь вынести ПМа? Мне кажется, знаешь, друг, вынести может кто угодно, кого угодно. Я так уже говорил, но это факт. Факт. То есть, если постараться, можно вынести кого угодно. Не сможет. Ну, вот тебе видишь, человек пишет. Не сможет. Значит, не смогу. Ну, что делать? Давай, короче, в игру поиграем. Я пишу Смоки Мо, а ты говоришь. Не вижу тут какие-то символы, хэштег, знак вопроса, непонятно. Это просто прогноз, а не инфа, но может негр, а не Майлз. Не понимаю опять. ПМ же жирный. ПМ не жирный, ребят. Он просто огромный, большой. Еблан это не инфа. А, еблан запятка. Бля, чуваки, вы может, типа, пойдете там в сауну вместе, там пообщаетесь. Разъебешь славу за честь Версуса? Так вообще-то, типа, блядь, Слава сделал прикольно, мне нравится, я не знаю, у меня нет никакого стремления ему что-то доказать. Вон Микси пусть идет с ним батлет. Браги, хочешь, отпизжу его в чате. Отпиздите, пожалуйста, друг друга, чуваки. Мне кажется, Браги ПМа разъебет и Майлз его вынесет. Тупо отпи... Хорошо, ребята, давайте поговорим не про батл. С какого района Дима? Я с Академа. Ну как с Академа? Нет, не с того вот этого разноцветного ебаного Академа. Я ближе к Амуцену, короче. Ну, то есть я возле Амуцена прямо. Димон, можешь зачитать что-нибудь? Не, чуваки, я рэп не читаю. У меня просто, блядь, упадет самооценка сразу. Привет, дед, ебать, гей. Гриша Парагрин опять пытается какими-то способами меня дискредитировать в глазах вас, ваших. Но у него не получится, потому что он сам гей. Помимо батлов, чем ты занимаешься по жизни? Я батлю. Да чем, блядь, ебать в рот того? Живу, типа, работаю, играю в компьютерные игры. Так, рэп-перископ хуесос. Почему? Потому что они делают кликбейты, но это нормальная тема для Ютуба. Go фрист. Нет, никаких фристайлов. Аскумат есть в деревне, браги лучше. Это ты хорошо сказал, да. Браги, батя, окей. Банить тебя не буду. Привет, дед Григорий. Хватит с Гришей общаться, блядь, вы на моей трансляции. На его трансляцию пойдете. Завтра. Гриша, у тебя когда трансляция? Я во все играю. Во все. Вот да прохожу Детройт, короче. И вполне доволен, знаете. Говорят, что там сюжет не ахти. Но да, сюжет там, конечно, слабоват. Но, как я говорю, это калька, понимаете? Для будущих игр подобного формата. Так, я что-то нихуя не читаю. Дима, ты показывал девушкам, как умеешь играть в компьютер? Да, блин, я реально показывал, и из этого ничего годного не получалось. Потому что девушки не любят компьютерные игры. Это нормально, что хочется потрогать твои щеки, они у тебя такие забавные. У меня охуительные щеки. Но скоро они пропадут, потому что я сажусь на здоровое питание. Да, буду есть только тушенку за 99 рублей из Мегамарта.
Катя Кищук пахнет раем. Да, Гриша, ты шаришь. Потому что Гриша со мной пил водку, но, блядь, он не помнит концовок этих всех посиделок, потому что он засыпал, как старый, блядь, пердун. 28 ударов ножом ты действовал наверняка. А, ну я понял, понял, о чем ты. Типа, ну я его спалил, да, и потом я ему спас. Ну, типа, не спас, но, типа, он у меня не покончил жизнь в допросной комнате, но потом в камере, да, в итоге он все равно убил себя нахуй. Дед стримит, когда шума в фифу расшкбывает. Браги, как думаешь, кто будет в финале в вашей команде? Ну, я ставлю, лично я ставлю на Витю Бови. Я мог бы сказать, что на Парагрина, но я его слишком люблю, чтобы что-то говорить о нем подобное. Нужны ли девушки рэперам? Так, блять, хуй знает. Рэперам нужен только рэп. Рэп и кисломолочные продукты. Говорят, Гриша не победил. Говорят, что ничего не придумал сказать, но тоже что-то говорят по-любому. Гриша, передавай мне отсоси. Я вообще перестал улавливать нить. Я буду вести стримы и на Твиче, и на Ютубе. Окей? Нет, стоп, окей? Ну все. Кто олигарх? Дед по фану пришел он. А, да. Да пиздец, мне тоже донаты нужны, чуваки. Но я не могу начать стримить за донаты, потому что у меня нет нормальной веб-камеры. А это надо ходить в магазин. Ёбаный в рот. Кому нужны эти магазины? Любимая порно-актриса? Ну, пиздец, ты, конечно, вопрос задал. Это философская тема на самом деле. Ты чё, ты не толстый, ты коренастый, спасибо большое. Браги, ты спас птенчика? Ну, ебать, вы знаете историю, друзья. Знаете всё. Бови ставит на 1xbet. Да пусть Бови хоть в вену себе ставит. Главное, чтобы разъебал в финале МакКоннена. Что делать, если мой батя круче Парагрина? Ну, не знаю. Смотреть на своего батю в батлах. Рэперы – люди. Это высшая ступень развития. Батл с Шушем. Это ты как факт сейчас написал просто. Создайте с Парагрином группу Брагарин. Хорошо, мы создадим ее завтра. Так стримите без вебки можно. Да кому нахуй нужно слушать меня? Тебе привет от Ирины Рязанской. Ирине Рязанской тоже привет. И сердечко только не розовое, а, бля, поставь синее. ПМ вон без вебки стримит и норм. Ну, у ПМа талант. У него голос поставлен. Образование высшее имеется. Кто будет говорить, что Браги толстый, тот не прав. Ведь что не влезло в мозг, влезло в пузо. Получается так. Очень круто получилось. Очень. Я по образованию философ. А если мой батя Парагрин, тогда тебе не повезло, потому что он гей. Браги как? Кто возьмет второй сезон РБЛ? Блять, я ставлю на АО. АО крутой. Что у меня с моим раком? Ничего, все нормально, развивается. В личке, в инсте отвечаешь. Ой, редко. Я типа там до хера всякого этого
шлака, и я иногда чекаю, смотрю и на что-нибудь отвечаю. Не потому что я такой охуевший черт, а потому что, ну, реально много всего. И не получается на все отвечать. Да, конечно, блядь, я хочу светить лицом. Я на Версусе это, по-твоему? По какой причине? Чтобы что? Чтобы культуру поднимать? Нет, там уже Оксимирон есть, чтобы культуру поднимать. Здорово, Браги, как тебе Версус? Версус – охуительная тема, как в летний лагерь съездить. Только еще пизже. В летнем лагере воспитки некрасивые были, а на Версусе вся красивая. Команде Окси. Да бля, конечно, ну типа, на кого там можно ставить еще, кроме ПМа? Ну, на Миксе ставить, да, то есть типа, он по очкам там может обогнать ПМа, но типа, в финале я вижу ПМа. Браги у деда в подвале сит. Да. Это фристайл, а сталависта я читаю с чистого листа, да тебе пизда. Круто, круто получилось. У деда в подвале окно, Браги Грин лучше звучит. Нахуя вы в чатик пишете, когда тут я пишу, вы дауны. Браги, топлю пиздец за тебя, охуенно, где харизму набрал? Блин, я качался очень долго в зале. Советую больше трансляций с вопросами-ответами. Спасибо большое. Узнавать больше стали. Да на самом деле, типа, реально, бля, это такая тема с узнаваниями. Очень некомфортная. Ну, вот когда гоняешь по центру, там выходные, туда узнают достаточно часто. И причем это так, ну, короче, хуй знает. Вроде и прикольно с одной стороны, а с другой как-то, ну, такое себе. Слово ИКБ я выиграл, потому что это лучший в мире филиал. Слово. Ты купил панч про голубей? Да, купил. Что подумал, когда Микси выиграл тебя? Подумал, что я проебал. Бля, Браги, созвонимся потом, а то в чат... Ладно, созвонимся, давай. Цифры знаешь. Торчик с чаем. Тортик с чаем за тебя, салют с Перми. Перми тоже салют. Стрим без вебки — это как кисломолочный продукт, не имеющий в составе белка. Вот, блядь, человек-то шарит. А что если ФБ — это как бесконечное лето? Бля, играл в бесконечное лето. И не поиграть, и не подрочить, короче, хуй знает. Да, спокойной ночи. И ты тоже, чувак, пиздат. В финале ты видишь фиолетового монстра. Наверное, да. Смотрю, уже с самого начала в команде Мирона было бы лучше тебе. Ну, знаешь, тут говорить-то о таких вещах не стоит. У всего есть уши, и у стен, и у Инстаграма. Привет. Денчик, привет. Наебашишь ПМа? Да бля, наебашу как нехуй, сука, разъебу, блядь. Уебу нахуй, возьму дубину, бля, пизда ему, сука. Вот так вот, да, нужно? Нет. Нет. ПМа я. Ай, черт с ним. Слушаешь Сидоджи и Рамирес? Да бля, они же умерли, нет? Не стесняйся, Браги, ходи голым, как раньше. Трогать не будут. Ладно. Кто тебе больше всех нравится со своей команды? Да, блин, все нравятся, кроме... Все нравятся. На каких условиях возможен с тобой коллаб? Блин, 1 000 000 рублей... И я напишу, да или нет. Браги, привет. Ну, здравствуй. Стрим без вебки — это как пиво без водки получается. Ну, получается так. Часто драться приходилось. Смотря в какой период жизни, знаешь. Когда у нас тут на Урале были бесчинства. О,
Ёб твою мать, мы просто, бля, кулаки летали, как кометы над звездным пространством. Так вообще можно сказать? Да и хуй его знает. Привет, привет. Парагрина отпиздил бы ради бритых подмышек Сюзанны? Я бы Парагрина просто так отпиздил. Вообще даже... Димон. Весь список болельщиков перечислять нет смысла, но Полок Адема уже наберется. Здорово. Дань, здорово. Спасибо большое. А ты что, на Академии сейчас? Или я что-то не знаю? Батл Микси и Оби. За кого был? Да я не знаю, я там ни за кого не был, по-моему. Саня, здорово. Шаришь за чуваков из УНВ? Нет. Ты пробовал LED, LSD через Z? Серьезно, через Z? Не, чувак, LSD я не пробовал. Парагрин или Сюзанна? Не знаю даже. Сложный вопрос. Наверное, все-таки Сюзанна. Как относишься к енотам? Еноты – хорошее животное, красивое. Как же пахнет Мирон, не знаю, не нюхал. Твое тотемное животное, по всей видимости, Копатыч. По всей видимости, Копатыч? Друг, ты как в воду глядишь. Чем увлекаешься помимо батлов? Блин, я люблю ботанику, люблю цветы. У меня очень много в доме цветов стоит. Виз с вами, а мы с Визом, йоу, от сердца к солнцу. Жалко, сектор не прошел, он тоже реально жарит. Сектору и не надо никуда проходить, чтобы прожаривать всех, блять, вокруг. Мужчина, ты ж сам меня до дома возил. А, так подожди, это Академ? Ты чё, нет, ты же, типа, я же тебя возил до Радуги. Спорт какой-то нравится или нравился? Да... Бокс люблю, любил. Хорошая вещь. Я не буду показывать ноги. Почему ник поменял? Где ник поменял? Я был всегда ебатором 2000. Когда ты успел стать таким популярным? Ведь я тебя другие... Да вот, блин, не знаю, Сань. Это знаешь-то, оно приходит так вот, то есть... Ты его не ждешь, а оно вот враг, раз и все. Мирон на горошине или гнойный на пиках? Мирон на горошине. Да. Ну, короче, что-то пока вопросов больше не имеется. Я, наверное... Ладно, я не буду ничем заниматься больше. А, был Чайко, стал Дима Браги. Ну, короче, смотри, тут тема такая. Все это только ради того, чтобы хайпить. Хайп. Удачи мне на ФБ. Спасибо большое, тебе тоже удачи. Здорово, Дима, как батл? Какой батл? Вы меня все про какой-то батл спрашиваете, а я, блядь, даже в душе не ебу. О чем вы? Если возьмешь ФБ, то купи мне айфон. Нет, чувак, я лучше себе айфон куплю. Вот, собственно, ответка МакКоффина, чё, я не понял. Ну, типа, ты про что вообще? Даня, да я серьёзно, блядь, не помню, ну, чё ты это, издеваешься надо мной, блядь. Я тебя подвозил, помню, в эту, к двухэтажке, к Радуге, и всё. Когда ещё? Что-то ты темнишь. Ну все, давай, до следующей трансы. Ты, я так понял, валишь уже. Да, скоро пойду, чувак, давай. Что тебе больше всего нравится в девушках? Да, не знаю. Чтобы хорошей была. Летай, писал текст МакКоннен. Можно иногда склонять, братан, немного. А, да, бля, это такая бессмысленная хуйня, ну, типа, не знаю.
Как можно писать какую-то ответку на дис славы, на Versus? Это же пиздец. Я не могу советовать пиво, потому что все мои друзья считают меня говнарем в этом плане. Ведь я пью бад, я всегда, типа, если пью пиво, то пью бад. И они говорят, а что, ебанутый, нужно пить крафтуху. А как говорил Саша Конь, в крафтовое пиво макают хуй. Поэтому крафтовое пиво я не приемлю. Поэтому пью бад. Бля, самое суррогатное пиво, которое не имеет никакого вкуса и хуй знает. Ну, типа, похуй. Брак, если ты проебал один раз в сухую, то в любом случае не выйдешь в финал. Я не знаю. Я об этом даже не думаю, честное слово. Вот реально. Типа, все может повернуться по-разному. Да все, я понял про ответку гнойному. Че вы мне, бля, лечите? Я знаю. Я все уловил еще 4 сообщения назад. Если бы тебе пришлось батлить любого блогера, кого бы ты выбрал? Батлить блогера. Да блогеров вообще надо батлить, конечно, хорошенечко. Но вот кого я бы побатлил, наверное, с Кузьмой Гридиным. Сколько вешу, это тайная информация. Меньше сотки. А вот тем летом я весил 105. А этим летом я вешу меньше сотки. Вы чувствуете прогресс, блядь? Разъебал бы смешарика? Бля, дубину бы взял нахуй, сука, разъебал бы, бля, в кровь. Да. На дис гнойн, да. Да понял, блядь. Мажор охуенный сериал, спасибо. У тебя будут треки? Будут. В скором времени будут. Денчик. Будут. Но не сегодня. Я не знаю, когда. Блядь. Саня, в натуре я просто перепутал. Я думал, что это Даня, короче. Жека, извини, пиздец, мне так стыдно сейчас стало. Да, Жека, я все вспомнил, у меня сразу же все пазлы встали, короче, на места. Да, я просто... Там типа похожие никнеймы. Окей? Ладно, хуй с ним. Бывает в жизни. Вчера я видел созвездие, где ты псая в рот ебал. Красиво, наверное, было. Бритые подмышки, не? Что? Ну да, я за бритые подмышки только. Ну, типа у женщин. А за мужские я вообще не могу отвечать. А можно чистым текстом писать? Летай писал текст МакКофе. Браги понял. Я вообще уже перестал вас понимать. Смоки забрал вейпы. Типа мы ему не показываем вейпы, просто свои. Не нужно, пожалуйста, так шутить про Смоки Мо. Бля, чувак, вот... Стоял бы тут вживую, я бы тебе на лицо нассал. Слушаешь рок? Если да, то какие группы любимые? Да хер его знает. Я не знаю. Но в свое время мне... нравились... То. Да, блядь, никто мне не нравился. Здравствуйте. Дима, нюхал траву? У меня соседу 13 лет, весит 97. Так что, браги, ты просто упитанный. Спасибо огромное. А траву я не нюхал. Какой смех красивый, который заливной. Тебе удается совмещать работу или учебу с батлами? Да, конечно, удается. Я же, вот видишь, не сижу в помоях. Зачем батлить блогеров? Они же не батлеры. Это же как в песочницу к детям прийти с лопатой. Ну, это знаешь, как сказать еще. Ты вон видел, какой видеоклип записал Николай Соболев гнойному под BPM. Там же любой батл-рэпер позавидует.
Завтра снимешь дис на дис славы? Да, завтра сниму. И как тебе альбом Ригаса? Охуенный альбом. Слава богу, я его не слушал. Как в школе учился? И когда появилось желание батлить? В школе я учился хуёво. Ну как? По русскому, по литературе у меня было заебись. Но по математике это просто пиздец. Татьяна Ивановна, я знаю, вы смотрите. Надеюсь, что вы, блядь, счастливы. А вот знаешь, многие люди не угадывают. Короче, дохуя пишут в Твиттере или где-то в комментах на Ютубе, что я их раздражаю. Ебать, почему я могу раздражать кого-то? Я вообще не понимаю, что я там типа кого-то бешу, что я неприятен там кому-то. Че, ебанутая в натуре? Я, блядь, кому-то неприятен. Со своим вот ебальником во весь экран. Это что-то, блядь, с чем-то, конечно. Три рэпера, которые нравятся. Блядь, на первом месте Олег ЛСП, это просто пиздец. Я фанбой Олега ЛСП. Потом, наверное. Ну, типа, если. У меня почему-то сразу с русскими ассоциации. Типа. Noize MC и. Ну и Джамал, наверное. Из ТГК. Встречал жизни алкашин пропиток сильнее Архангела. Сектор не в счет. Сектор, начнем с того, не пропитая алкашина. Не нужно обижать человека, которого я всей душой люблю. Архангел, по-моему, тоже пришел не пьяный на батл. Да, конечно, встречал. Господи, блядь, у нас тут этих алкашин. Ну, не в моем районе, конечно, но все равно. Камбэк Джонни Боя, шляпа ебаная. Браги, как думаешь, Саня Рестер хорошо батлит? Саня Рестер, наверное, вы же видели его фристайл. Какие блогеры есть в ВКБ? Бля, был в ВКБ какой-то блогер популярный. Я уж не помню, он вайны снимал. Ну, точнее, он из ВКБ. Ты сказал Миксе, что он ограничен в музле и мог бы послушать рок или попсу хотя бы, но сейчас не назвал ни одной рок-группы. Да блин, я знаю рок-группы. Просто, типа, я слушал My Chemical Romance, и я не горжусь этим. Понимаете? Arctic Monkeys слушал, и типа, бля, это мое, типа, детство. Ну, вообще, в там классе в 9-м, в 8-м я слушал Короля и Шута. В 9-м я перешел на типа Sum 41, на Блинков, и это было пиздатое детство. То есть, да, это понятное дело, не вы скажете, это не рок, это не рок, это да, пошли нахуй. Для меня это вот оно. Окей? Окей? Ну все. Диск гнойного пизда. Не согласен, что Соболев хороший пример ответки блогера. Сорян за надоедливость, но как относишься к гастрайтингу? Охуенно отношусь. Бесишь, пиздец, раздражаешь, неприятен со своим ебальником во всем кадре. Спасибо. Ебанутая в натуре, ты же лучший. Это факт, это факт. Арк Леванта, но он не помнит группы, может, слушал попсу. Да, конечно, я попсу слушал, блядь, я не слушал. Я не углублялся, короче, в дебри вот эти рок-н-ролльные все, нахуй, рок-н-ролльные. Ну, типа, чё там, 30 секунд до Марса слушал. Сейчас я, короче, проще вообще в этот, в ВКонтакте зайду и в аудио записи. Так, чё там? Да, пилоты пиздатые, я их тоже слушал. Джамал это который Окси, да. Дима, слушаешь треки Оксимирона? Было дело, да, типа, но старые вкатывают. Как относишься к ЗОЖ? Хорошо, если чувак получает удовольствие от здорового образа жизни, это же хорошо.
Как погода в ЕКБ, бля, пиздец, сегодня весь день дождь хуярил. Весь нахуй день. С утра, блядь, и часов до 7 вечера. Ебанутая погода. Салам из Махачкалы, Дима. Махачкале тоже салам. Салютелло, браги. Салютелло, Стас. Какая песня у Нойза любимая? Да нельзя так говорить, ну типа, как можно выделить какую-то одну песню у исполнителя, который нравится, тем более у Нойза их, блядь, как у Высоцкого. Мне много у него нравится песен. И старых, и новых. Но новых больше, потому что старые у него, не знаю, на мой взгляд, типа, ну, если не брать в расчет, конечно, всякие попсовые, типа там «Мое море» или «Выдыхай», типа, ну, которые шлягеры, так скажем. Вот. А так, да дохуя, короче, каких песен. По батлу с Микси, ебать вы вспоминаете. Ну, просто профнепригодность, нахуй. Забыл и забыл, что сейчас делаешь. Так, что там у меня есть? Да, короче, вы меня заебали со своим роком, честное слово. Вот у меня есть группа «Звери». Это в 2000, году в 2013 добавлено. Песня «Говори». Я под нее ревел, как сука. Шутка. Так, что там, вы же все пишете, пишете, а я не читаю. Я писал такие годные вопросы, что Ин запретил не писать больше, пришлось перезайти. Ну, хорошо, что ты перезашел. Здорово. Браги, кусок, который забыл в батле с Микси, может быть, прочитаешь и выложишь? Блять, кусок, который я забыл с Микси, я зачитал в начале второго раунда. То есть я соединил кусок, забытый, со вторым раундом. Или в каком я раунде забыл, я уж не помню. В первом же, да, я забыл. Вот, я, короче, этот кусок просто начал читать с забытого места и продолжил вторым раундом. Поэтому, ну, вот так вот. Я когда с тобой фоткался, случайно кошелек спиздил твой. Собственно, вот бы. Хорошо, я как раз кошелек проебал. У тебя в окне лицо волки. Страшно, вырубай. Где? Там слон. Там слон. РБЛ или Фиделио? Конечно же, Фиделио. System of a Down. Ну, блядь, System of a Down — это тоже попса. Типа, я не знаю просто, что вам такого не сказать, чтобы вы не сказали, бля, попсовик ебаный. Да мне так-то пофиг, но... Потом же доебутся все. Чё там по хобби? Только серьезно, не надо рассказывать про сборку порнофильмов и собирание грибов. Да какие хобби? Блин, я же... Ну, типа... Камон, всякой хуйней занимаюсь. Люблю. У меня есть PlayStation. Люблю играть в PlayStation. Да, люблю. Все, больше ничего не люблю. Дима, не знаю, но не могу слушать попсу. ХЗ, просто тошнит. Не от всех треков, но позывы были. Тоже считаю себя ограниченным в плане музла. Что делать? Не знаю, чувак. Стараться искать что-то, наверное. Браги. А, Браги, скажи, ты победил во втором батле? Во втором батле? Второй батл был с Микси. Нет, я там проиграл. Слушал трек Джонни Боя, когда мы взлетаем. Я, короче, его не слушал целенаправленно, но я его знаю. Ну, типа, я не полностью, я про него слышал. Вот такая вот магия Джонни Боя. А Метальчик слушал когда-нибудь? Ну, единственное, более-менее такое тяжеловатое, скажем так, это Энтер Шикари, наверное, было, что я слушал. А так вот такое музло. У меня кореш Андрюха любит подобное музло и постоянно мне какие-то пиздатые треки скидывает. Я такой, да-да-да, заебись. Но сам я никогда не искал. Ну, не знаю, Энтер Шикари, типа, является ли вообще каким-то тяжеляком, но хуй с ним. Рестер оплачивает дорогу в СПБ. Рестер
мне жизнь в ЕКБ оплачивает, а ты, блядь, про дорогу в СПБ. Здорово, Дима, как относишься к Линкин Парк? Пиздатая группа, хорошая, ну, типа, даже классика. ЗБ это плохо, ЗБ, да почему? ЗБ это хорошо. Как оно вообще? Отлично, отлично. От рэпа тошнит? Да нет, почему? От нормального рэпа не может тошнить. От рэпа, блядь, когда... Этот, кто он там? Грязный Морти на курорте. Такая же ебатня, пиздец. Ну как вы это слушаете? Это же пиздец. Да. Работаю я на стройке прорабом. Браги, шок разъебет Оксимирона на батле. Ну вот в этом я почему-то уверен, что да, шок разъебет Оксимирона. Ну если бы батл состоялся, то типа я почему-то думаю, что шок бы разъебал. Бля, Браги, ты охуенен, сколько еще хочешь батлить примерно? Ну я так-то после ФБ планирую сойти на нет, так скажем. Забатлил бы на Ребеле? Да. Ну типа... Я бы забатлил где угодно, если бы был соперник интересненький. Да, завтра в Минске, окей. Завтра в Минск прилечу и зависнем. Да, грязный Морти, это, конечно, дикость. У меня что-то со Смоки схожее. Блин, даже сказать-то нечего. Если только... Айкос схож у нас. И все. Ну все, пиздец вы все это. Короче, сейчас будем скоро... А, лысина! Очень смешно про лысину, конечно, было. Короче, я курю последнюю и завязываю, потому что... Да не, какие размышления? Размышления будут на стримах потом. Знаете, когда я залечу на Twitch такой весь деловой, с хорошей вип-камерой, чтобы, блин, Full HD снимало. Когда буду просить донаты на 1080 Ti, когда... Ну вот в те моменты я как раз и буду философствовать. А пока нет, я сдерживаю. Ты там спать не собираешься? Да, да, да. Сейчас типа докуриваю и погоню, наверное. Ты всегда лысым был или может хайр отпускал в школе? Бля, я был таким потлатым, это пиздец. Вы меня, наверное, сейчас представить не можете. У меня были, бля, вот такие волосы. Ну, типа, пышные. Я был таким уебаном. Да, спасибо, спасибо. Мне будут необходимы эти деньги для жизни. Вы похожи лицом. Мы со Смоки Мо похожи лицом. Окстись, друг. А, или ты типа меня спрашиваешь? Ну, хер знает. В железе шарю, да, но почему Twitch такая себе тема? Twitch, блядь, охуенная платформа. Что нужно сделать, чтобы припарковать... Шати, так будут скоро. И водку разыграем, и все заебись. Что нужно сделать, чтобы припарковать свою стоямбу на ротан девушки? Блин, нужно быть обаятельным. Просто, и все. Вот, бля, чувак, если у тебя есть юмор, если ты обаятельный, то твой член может пристроиться в рот абсолютно любой девушки. Это факт. Ебаный факт. Поэтому дерзай. Эй, чемпион. Как относишься к тому, что Палмдропов выпрашивает деньги на водку? Если ему дают, что в этом плохого? Да на самом деле мне похуй. Хуй. Хуй. Как Айкос тебе, кстати? Давно на него перешел. Да я бы на него не перешел, мне его просто типа подарили. И
Я такой думаю, что подарку пропадать, попробую. Попробовал, и сейчас недавно, типа, я уже его где-то там недели три курю, и попробовал сиги, там буквально позавчера. Такой, типа, шлак показался мне. Очень невкусно. И я подумал, да, хорошо, наверное, что я айкос курю. Но все равно иногда хочется вот того старого ощущения от сигаретки, знаете, вот это вот, блядь, чтобы скрутить папироску в газету из московского «Известия». Овал лица там пашотница. Да. А чё больше всего бухать любишь? Так водку, водку, блядь. Водку нормальные люди должны бухать. Я буду, блядь, самым лучшим стримером. Не лучше, конечно, Илюхи Мэдисона, но лучше кого-нибудь другого. Да это был не панч, это так. Типа. И, короче, все, ребят, хорош. Кстати, ты очень сильно похож на чувака из Hell's Scream Academy. Вообще не шарю, но надеюсь, что он красивый. Я типа в жизни угарный, меня постоянно динамит. Ну, чувак, значит, ты недостаточно угарный. Мало быть просто угарным, бро. Нужно иметь еще и подход свой, понимаешь? Такой, опа. Привет, интересный у тебя соперник будет следующий. Наверное. Как давно курить начал? Курю я, короче, получается, 15 лет уже, с 11 где-то. С 11, с 10, я уж не помню. Я начал в деревне курить приму, потом Балканскую звезду. Да, у меня панчи отличные. Ребят, цените мои панчлайны. Потому что панчу я как бог. Панчлайн — это моя тема, которую я никому не отдам. Вот. Ладно, думаю, сколько чё мы, часик, да? Или сколько посидели? Пол второго было. Охуеть, час, что ли? Вот я ебанутый. Да, лайки летят, как голуби над нашей зоной. Это хорошо. Потому что кальян — это петушиный способ развлечения. Типа, я все свожу к сарказму, но мне отказали на последнем звонке. Наверное, потому что она старше. Чувак, я не знаю, надо учиться. Почитай книжки какие-нибудь, как быть обаятельным. Или посмотри метод Хитча. Чувак, если ты задонатишь на тот панч, я все равно потрачу деньги на 1080 Ti, поэтому не стоит. Короче, все. Нет, еще не все. Да. Все, теперь точно все. Все, ребят, спасибо большое за то, что смотрели меня. За то, что были со мной в этот тяжелый момент моей жизни. Я очень это ценю. Каждого из вас могу назвать братом. Спасибо большое. Спокойной ночи там. И любите своих близких. Не доверяйте никому. Все. Пока. Пока.